Ё-моё. И наш стрим начнется с... Я в гараж. И у меня в игре тут чувак делает. На улице? Да, я на улице. Я пока тебя ждала, я сходила в оружейный магазин, купила патроны. Это правильно, правильно. И напялила лосинчики. Правильно, ты могла тут пособирать всякое, поделать всякое. Переоделась? Mm-hmm. Что? Ну, не то, чтобы переоделась, но лосинчики, чтобы попа была такая прям ух, прям вот ух, вот такая вот. Чувак ко мне пришел пихать меня. Ты чё, лох? Лох, Сидор. Лох, Сидор. Ну, я его просто как пну, и он обсерится. Правильно. Куда его? Ну, ау. Вообще, как его пропнуть можно? Мы должны поздороваться, да? Всем привет, всем здрасте. Всем чмоки. Окей. О, лосина. О, сапоги изменила тоже. Господи, если эти сапоги вообще не в тему. Нормально, сапоги на колбуке. А кеды нельзя было надеть? А у меня нету кедов. Ну, так надо в магазине есть. Ну, мне не хотелось идти, я сходила только до оружейного. А где ты лосин раздобыла? Дома. В гардеробе. Понимаешь? Лобовое, лобовое, лобовое. Никаких лобовых. Я тренировался долгие годы. Ау. Ау, больно. У меня уже нет двери, у тебя нет двери. Шикарно едем, еще и не пристегнутые. Ты пока не вылетела, все нормально. Ну да, все хорошо пока что. Ну что, едем его Тачка убивать? Тачка издает огонь. Ну да, видимо, ого. Это что, конец Лагает игры? Лагает чуть-чуть. Ну нет, у нас там миссий еще много. Много? Да. Ты чекала? Я смотрела, у нас там миссий 20 еще. Чего? А почему не 30? Это самый большой позор для Лучидора. Нет, там что-то миссии 7, что ли, осталось нам. И что у нас тут за... Уничтожить ячейки. Уничтожай ячейки. Ячейки. Ну, сейчас я их буду жарить. И людей, что ли, я буду так убивать? Ну нет, обычных людей нам не надо убивать. Можно ж убивать кого угодно. Никто ну, не нет, против. Никто против не будет. Не надо. Никто осуждать не будет. Браток. Что? Ангел упал. Поднял? Отличная умничка. Сейчас я вслед за ним упаду. Не стоит. Кто где? Кто где? Что? Зачем? Коин готова. Так, там еще что-то есть? Бабка какая-то стреляет? А, не, вон челик. Ой, я бабку случайно убила. Ну ничего страшного. Ну ничего страшного. Бабку не жалко. Ну я тоже так думаю, чё. Бабка больше. Бабка пожила. Меньше. Да. Крысь. Все, все уничтожено. Так, это нормальный челик. Вот ты там шмалял. Кого он шмаляет, господи, прости. Он мирных граждан? Кто вас шмаляет, господи, прости. Ты ячейки уничтожаешь? Нет, конечно. Ау. О, я нашла челика. А, он забаговался, прикинь, стоит тут. А, это статуя, ёпа-мать. Это не челик, это статуя? Про очки да. Надевать. Да капец, все. Расспросите менеджера. Ты где? Менеджер ждет.
Я иду к менеджеру. Менеджер ждет. Где менеджер? Менеджер. И зачем я достала винтовку? Снайперскую. На допросе надо только со снайперкой быть. Она в хранилище. Ладно, ладно. Пойдем в хранилище, ёптить. А чё, я не буду его брать? Ёптить. Нет, я хочу со своими пестиками, а не у меня тропочка. Колесо фортуны. Умираю. Не умирай. Комок шерсти. Я знаю каждый изгиб, каждую полоску на своих лосинах. А почему у меня задублированное? Я не знаю, мне тоже. Из Реборна! Окей. Тату уничтожить. Ну сейчас он норм слышно. Шикарно в голову дала. Просто мое почтение. Можно выйти? Можно выйти, да. Можно выйти. Да, можно выйти. Можно выйти, я выпускаю вас. Молодой человек. Вы можете выйти. Бей статуи! Бей статуи. Не, давай я буду челиков убивать, а ты статуи пизди. На-на. То есть статуи надо, да, гасить? 4 статуи есть. 4 статуи есть. Ладно, будем статуи гасить. Так, что-то я знаю, статуи. Там наверху была статуя. Ща. Пахуя. Что? Ах ты негодяй. Статуя. Ах ты негодяй. На тебе. Все, нет статуй. Ой, тут Олежа пришел. Ой, он в меня кинул стул. Олежа, успокойся. Да он дикий вообще, в жопу ему надо. Пробить ему очко. Ах! Пробил? Не успела? Ну да, он мне пробил. Так, супер. Добивочка. Добив очка. Ха-ха-ха, игра слов. Ой, дурочка. 35 годиков, девочки. Да, тетя вообще взрослая. Вот, ой, еще один Олежа. Это уже побольше Олежа. Ой, что-то пошло не так. Ой, умираю. Не умирай. Тяжело, тяжело. Сейчас я ему напихаю в лицо, пока он в тебя стреляет. Пихай, пихай. Перезарядка. Сейчас мне в лицо напихают. Отлично. Добивать. Добивай. Супер умничка. Что у меня там еще? Ты чё тут мирных граждан лох терроризируешь? Лох. Олежа, лох, два сидят. Олежа, два Олежа сзади. О боже мой. О боже мой. Я тикаю. Тикай, сила. То би, сейчас убью голову вот так. Ха-чпа. А. А, о, у. И ты скажешь, а, а, а. Не хочу. А, да, не хочу. Надо ранец, ранец ему раз пидрить. Пидри, пидри. Пидри, пидри. Они за мной гоняются. Я им понравилась. У меня, конечно, попа теперь шикарна в этих лосинах. Я пробила. Я пробила днище ему. Это хорошо, это хорошо, это хорошо, я говорю. Он должен взорваться. Сейчас второму пробью. Не, не пробью. Ой, всё, загорелась моя жопа.
А еще погорит. Забирай огнемет. Забирай огнемет. Забрала? Да, подожди, ага, ага, ага. Нет. Ага. Что стряслось? А, мы убили как-то? Ага. Ты добил его? Ага. Круто, молодец. Это теперь наш дом. Океанушка, привет. Привет, солнышко мое. Как ты, как дела? Привет, океанушка. Это теперь наш дом. Нифига у тебя какая пушка. А где твоя писюшка? Кстати, да. Стрим не стрим, если Артём не увидит мне писькой. Да, нельзя так. Хорошо, получается. Ой, я в дом зашла. Зачем тебе в дом? Не спала 10 часов. Зачем ты не спала 10 часов? 10 часов? А что она делала 10 часов? Работала? 10 часов стрима. Зачем ты стримила 10 часов? 10 часов стрима? Сумасшедшая тоже еще одна. А что я здесь наверху делаю? Что не так с этими девчонками? Хотела. Стримила 10 часов. И что делала? Вот что играла? Или что смотрела? Там какая-то точечка интересная. Открой парашют! Ёб твою мать! Я хотела открыть парашют, и он не открылся, представляешь? Играли! А потом смотрели ужастики. Ну здорово, чё. Чё за ужастики смотрели? Ты даже подымешь меня, нифига себе. Умоляй, просто... умоляй, умоляй. Целую твои ноги, только с другой стороны. Тут какая-то точечка желтенькая. Что это за желтенькая точечка? Это вход в здание. А, серьезно? Фу ты, блядь. Я думаю, что за штучка? Я на эту штучку и пошла, и сдохла, поэтому упала, потому что я... Потому вот... что... Искатели могил, первую, вторую Искатели часть, могил? Демон приди. Это хороший первый фильм. Второй не очень. Ничего, сикало момент вместо страха. Первый страшный, да. Я немножко боюсь ужастики смотреть, потому что меня потом легко закошмарить, типа смотри, смотри, там в углу кто-то сидит, и я просто обоссусь. О, у меня вот в субботу был классный момент на работе, я ходил осмотр, делал объекта, а там свет автоматически включается, выключается. Ну я захожу туда, смотрю, там все то все, то все то все, и он как замигает по-всякому, я такой... Я такой, где мой этот, где мой ультрафиолет? Уже пора бояться гост-ивента, где призрак выходил. Готов гараж. Визжала? Ну, клёво. Иногда надо повизжать. Какая писуха. А если так один? А если ночную смену? Ой, да там все сразу сердце становится. Если так свет мигает, я сразу начальнику звоню. И потише стал говорить. Да? Микрофон сел? Да. Микрофон сел, значит. Я не знаю, почему он садится. Но он теперь садится. Не знаю, может, там в Стиме есть какая-то автоматическая настройка? Это не в Стиме. Не в Стиме. Это не в Стиме. Нифига ты заорал. Это не в Стиме. Это... компьютер. Компьютер. Mm-hmm. Вот, сразу на максимум выставил. Ну, может, надо что-то в дровах посмотреть, нет? Не знаю. Что мы должны сделать? Защищать ринг. Защитите ринг. От кого? А, от ищаков. Ау, чичи. Он умер уже, нет? Я тут челика бью. Лопату хватай. Лопату? Оружие, оружие, хватай.
идут. Акула? Или что это? Смотри, они тоже берут. Ну да. Ну да. Бей, бей. У меня оружие кончилось. Там пока ангел с Ким Бейлом сражаются. Ангел такой маленький по сравнению с ним. Это главный голубой года. Давай, нюхай мои кокушки. Все, нахер его. Так он маленький, коротышка. Смотри, смотри, бьют, бьют. Это честно. У нас в рестлинге так принято. Ну да, это рестлинг. Давай сиськами сейчас все. О, техасская резня бензопилой подъехала. Ура, 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 ура. Ура, давай, румяный парш. Не, ну так, так сражаться можно, да. Это по-нашему, это по-русскому. Рампейдж. Ах ты в щи мне дал, на тебе, разрублю тебя. На куски, сделаю фарш, пельмешек налеплю. Пельмешки. Да. А я так ничего не поел. Ах ты капец. Ты справишься, ёптать, кишка. Нога сломана. А ты пляшешь, Что, что делать? Поднимай его, поднимай его. Я иду. Такая вся. Давай, бей его. Ой, мне сейчас будет больно. Бах. Давай, давай, сражайся. Я пока ринг защищаю. Давай. Надери ему очко. Сядь ему на лицо. Я бы хотела, но я только бить его могу. А так бы я с удовольствием. На, пошел нахер. Вот так тебе гора мышц устроила. Ты поменяться решила местами? Ну да, давай. А чё, а я не хочу? А чё, я что ли буду всё бить его? Можно не надо? А как ты хотел? Умри. Умри. Умри, умри. Я пока ринг защищаю. Иди сюда, детка, сладкая конфетка. Какие-то старперы выходят по внешнему виду. Иди сюда. Иди сюда. На-на. На нах. Unbelievable. На нафиг. Девочки, все, минус Эдди. Бейте лучидоросов. Yeah. Ой, он меня взял. Хорошо. Он меня взял. Хорошо. Так, я встаю. Ему, его надо чем-то смачным убивать. Там, ну, типа, взять гранатомет какой-нибудь. На тебя. Ах, поменяться хочешь, да?
О, куда ты лаганул у меня? Ну, сейчас я опять тебя устрою. This is incredible. The Killbane just can't connect with the kill switch. Давай, дорогой мой, давай. На. На. Минус поясница, минус почки, минус копчик. Нюхай писи. О, ладно, 34-й. Сейчас будет. Какая попа, какая попа. Бах. Что-то мне, по-моему, больно самой стало. О, захват УСИ. Бери кулаки. Кулаки бери. Что делать? Кулаки бери. А я что сделал? Я не поняла. Зачем ты маску взяла с него? Надо было кулаки брать. А я не поняла, что вообще нажать. Ну, не надо нажимать, значит. Ну, ну пусть он плачет, бежит. Без кулаков остались мы. Да ничего страшного. Ну, кулаки, я хотел кулаки. Ну, зато все увидели его лицо. Лицо у него плачет, девчонки. А ты лицо его видел вообще? Вот оно. О, смотри, всех бьет своих. Ёпта. Вот видишь, лучше было его унизить. Будет играть на скрипке, он что, скрипач на самом деле? Как теперь кулаки найти? А что за кулаки? Маска Килбея. Кулаки апокалипсиса. Ну, это такие что, кулаки. Это ну ты сможешь с одного удара кулака всех убивать. Ой, да и ничего страшного. Где тут магазин оружия? Продаются. Магаль. Я карта. Карта, ты не карта, ты женщина. А я 39 уровень уже. Представляешь? Большой тятя. Тятя. Да. Так. Денег перевели. Забрали. Ну, мне нечего покупать. Ой, к нам полиция приехала. А что там будет на 50 уровне? Не, ничего, просто максимальный. О, мне тут можно сфоткаться где-то рядом. Ну да и ладно. Женщину дави! Куда ее? В ад! Переодеться хочешь или чё? Нет? По встречке решил? О, там деньги где-то забрать можно. И здесь? Есть? У меня нет, я да. Всё собрал. Так, а где здесь? Тут в пещере должна быть где-то внизу пещера. А как спуститься? Никак, прыгай. А, парашют раскроется? Не уверен. И я тогда умру? Нет. Пещерка? Там пещера должна быть. Или типа того. Я не вижу тут никакой пещеры. Еще ниже, что ли? Ниже вода. На ней? Пещера. Не знаю, ну должна, наверное, быть там. Где-то точно должна быть. Если там показано, значит, там.
что хрен знает, где тут эта пещера. Ну понятно. Ёлки есть. Пещер нет. О. Так, давай нафиг на задание. Еще по эту пещеру. По берегу побегу. Утоплюсь нафиг. Жизнь, боль, страдания и тлен. Вот тут где-то женщин можно взять. Женщины мои, вы где? Вот они, женщины. 12 из 20. Немножко осталось. Вот там оружейный магазин. Я не беру трубку. Так, надо патрончики прикупить. Мяу-мяу-мяу. Оружейный магазин шикарный, все-таки музыка превосходная. Как будто реально коты какие-то воют где-то. Так это все у меня есть. Мяу-мяу-мяу. Так, ты куда пошел? Ой, где-то... А, это вот это на берегу же опять эти деньги. Или нет? Ой, издякнулся. Окей. Все окей. Где-то там. Я сейчас опять суицид воду делаю. Надо суицид делать. Да у меня... Я пиздякнулась, не могу эту пещерку найти. Уже я свою пещерку нашла, а ты не могу найти. Пять. Ты на чем там? На мотоцикле? Ничего себе. Подвезешь? Какой сосный у тебя мотоцикл. Да, я готова. Отправляйтесь в штаб-квартиру святых. Нет, у меня вообще никакой музыки. Уёбок. Красиво полетели. Ты где? Это. А, нифига, у меня ты вперед вылетел. Как я же сажусь классно, а? Садись, ёптать. Под непонятную рэпчину едем. О, они стреляют. Кому мы опять дорогу перешли, я не поняла. Ух, ух. Ты отличный водитель. Нормально, нормально. Так. Сейчас уже жопу отбили. Тормози. Воу, полицейский разворот. Класс. Приехали. So what's up? Heard back from Legal Lee. Studio wants to хочет увидеть тебя на пробах на роль. Oh, fuck that. We're done being corporate whores. So who's winning? What's that? Это бахнуло. Ого. Это бахнуло. Самолет. Кто-то припарковался. God. Никогда они не доиграют. Не смогли. Ах, да, да. Упс. We
Нам нужно попасть туда, куда? На улицу? Там что-то происходит? Отправьтесь на поле боя. На какое именно? На все. Ну ладно. Япона, мать. Да господи, присни, присни. Черт. Очистите район. Ох. Входим. Че, выходим? А от этих тоже зачищать надо? Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Умираю. Не умирай. Жжись. Умер. Чуть машины ходишь? Где эта жопка? Я иду к тебе. Навстречу я несу тебе цветы. Как единственной на свете королеве красоты. Что опять? Все, лег? Я поднял. А, молодец. Так, сейчас еще чуть-чуть, и я лягу. Поднимай. Молодец. На голову. А где-то еще? Они, девочки. Какую жопу драная. С бензопилой, что ли? Ага. Красавчик. Так. И? Ну, теоретически... А, нет, вон еще. Так, еще. Девочки подъезжают. That went well. Just like old times. Так, загасили, хорошо. Бронированные. Большие дядьки? Да. Готов. Ой-ой-ой-ой-ой. Главное, чтобы наш браток не окочурился. Это я сюда. Да хватит тебе брать всякие предметы и кидаться. Все он. Что-то ему еще надо. Добей его. Жопу ему расстреляй. Добивает. Он еще не все. Он сейчас восстанет. А, все. Садимся. Едем в следующую. Олег догонит нас. Олег, пускай садится. Пускай садится, он нам нужен. Такой боец нам нужен. Вот это у нас чудеса на виражах. Ох.
боже. О боже. Мы смогли. Где зомби? А мы же это очистили, пердёж. Ну вот. А, вон еще несколько какой-то штук. Ну, это единичные, которых мы тогда не добили. Гаммы летаем просто. Мы тяжело поворачиваем из-за Олега. Он толстый. Сходим, сходим. Выходим. Ну и Кейси миссия тут, а? Блин, не беру трубку. Бабка. А кто трубку должен брать? Потом покажу. А, ты звонил браткам? Угу. Ну мы справимся, чё? Или же метает их. Прыжок с переворотом, давай, чувак. Папка, уходи нафиг отсюда, а? По жопе получишь, будет тебе потом, ай-яй-яй. О, ну пусть олежится, помогает. Давай, минус голова. Хлобысь. Ты чё тут бабку кошмаришь? Нельзя так себя вести. По отношению к пожилым людям. Ой-ой-ой. О, боже, жопа горит. Вот это взрыв, вот это экшн. Умираю. Танк, танк. Танк. Минус танк. Все, можно идти дальше. Можно ехать дальше, да. Поехали. Ну, а братки подъехали наши. Садимся в тачку новую. Музон шикарный. Так, Олежа, садись, давай. Давай. Куда? Садись. Так, надо наших не задавить. Колеса. Куда ты? 2000 метров. Доедем? Да. Ох, я что-то сомневаюсь. В нас шмаляют, мы шмаляем. Обычный понедельник. Ну, как бы да. А завтра уже вторник, кадым! Завтра уже вторник, а завтра уже работать. 4 дня работаем, 2 дня отдыхаем. Смотри, нас лучше дороси догоняют. Вот так, что происходит? Машина откуда ни возьмись взялась. Танцую. Сот метров. Ну, в целом, норм, доедем. Возможно. Машины у меня реально откуда ни возьмись, метров. 200 метров. Где-то вон туда. Как туда нам попасть? Нам туда попасть? Направо. 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 Направо, направо, налево. 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 Приехали.
Нас жарят. Вас. Приехали, шикарно. Приехали, приехали. Можно выходить. Можно, нужно выходить. О боги. Вот это срань. Вот это срань. Сзади, сзади. Так, я походу скоро лягу. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто где? А, вот, нифига, слипер в меня шаляет. Ну-ка, сбрись мне отсюда. Ау. Ляля же как разносит, да? Просто в щепки. Запила этот топ. Так, что там у нас? О, толстый чёс. Видите больших дядь. Ой, я упала, господи, прости. Господи, хватит меня жарить. Меня поджарили. Спасибо. Господи, танк! Танк, да. Исполняю. Минус танк. Кто где? Кто где? Килбей покидает стилпорт. Убегает, убегает. Пальные шапочки свои. Piss off and arrest us another day, all right? I don't want to arrest you. It won't solve anything. People need to wake up and see the threat that scum like you are to innocent people. Once you blow up the Magarak Island, sorry, try again. The city's watching us clean up your mess in the streets here, not add to it. See how many people believe that when Sandy and Viola are found in the wreckage. Это что такое? Это наши-то. Связанные наши ребята. Ага. Так, убейте Килбейна или спасите Шаун. Пауза, я только бить пошел всего лишь там всего. Что-то не устраиваешь. Ау-ау делает ребенок. Так. Сейчас так, Торик официально на балконе. Ну давай, скоро я с каюха официально тоже поведу. Так, ты готов, да? Ага. На этом спущусь. Нет. О, а почему? У тебя нету парашюта. А почему? Должны падать в этой миссии. Блин. Ладно, с контрольной точки. Так. Там... валяется или он чё? Всё, идём наверх. А тут он возрождается. Идём наверх. Идём. Вау. Ты идёшь? Да-да, я здесь. Но мне кого-то возродить надо. Не знаю, у меня всё нормально. А у меня это
лаганулась с возрождением, все. О, господи. Босс, I'm surprised you came. None of my crew is getting killed. Really? Lynn, Carlos, Aisha. Пейте черненькую. All you do is let your friends die, and I make bitches like you suffer. Надо аккуратно. As mayor, I order you to win this fight. Ну как ее убить-то? The grenades on the ground, use them. Чё, развязать наших мы не можем? Гранаты вонючие используй. А как их использовать? Гранаты кидай в нее. Это обычные нет, гранаты. Нет, гранату вонючку кидай. Как вонючку использовать? Да блин, оружие меня выбери, ошмалять. Оружие выбери и там гранаты. Я не могу этим стрелять в... Я не могу, меня сейчас убьют нахер. Спрячься. Я танцую, блядь, как присаживаться. На С. Я на убью контур. Самолетик. Самолетик, чтобы не мешал. Я не поняла, как взять гранаты. Другие. Оружие, оружие, выбираешь где, там же. Ну, я не могу. У тебя колеса нету на клавиатуре? Есть. Ну вот колесо открываешь. Колесо на мышке. Колесо открываешь и там гранаты снизу. Ну я не могу гранаты выбрать. А там не написано, какие кнопки у вас на клавиатуре? Нет. Типа вот так. Нет, это я выбираю. Я не знаю, там как. Не знаю, как выбирать. Я могу выбрать только оружие обычное. Срань вонючая, ебаная. Да придумывают клавиатур дурацких. Да хуй знает, как выбрать, я не знаю. Я могу колесо открыть, а как из этого выбирать то, что в... гранаты, не гранаты, этот пердёж. Я не знаю. Гаси её сам, не знаю как. Мертва. Мне либо обычные гранаты надо все выкинуть к хуям собачьим, чтобы я это могла использовать. Попробуй себя плохо вести. И чё, а почему я не могу выбрать, ты перейдёшь из этой бичи? Банка биться не захотела. Есть. О, ты молодец. Хотели взять у нее интервью. Теперь у нас хотят взять интервью. Он нас арестует. Thank you. We got a serious fucking problem. They have a point, Commander. Like it or not, the Saints are heroes. Are you shitting me, lady? You declared martial law and knocked down half the city. The Saints just saved a treasured monument. Who the fuck do you think the public will side with? Материться. Yes, I can answer any questions. Jimmy over there.
Мы герои. Вот так вот. Stag is gonna put you down. Oh, I love you too, Cyrus. So what's the play, boss? We'll go back to banging in Stillwater? Not yet. Not yet. Mars. Mm-hmm. All right, people. When we started tracking down this son of a bitch, we said we'd follow. Добро пожаловать на Марс. Привет, простушка. Да не сильно много. Часочек ты пропустил. Мы сейчас уже заканчивать будем. Завтра на работу. Приветики, приветики. Ура! 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 Это уже Red Faction. И тут ты плясать умудряешься. Я что, как будто болею? У меня она это... болеет, да. Да, чуть-чуть. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Немножечко. Это надо убивать, да? Да, я лечусь. Я лечусь. Да, нормально. Теоретически. В скобочках нет. Теоретически, да, в скобочках нет. Да, первый отключен. Кого поднять надо? Кого? А, боже. Он умер. Кто умер? А, это Пирс умер. А чё ору? Ну, это юмор. Ваня, типа, друг умер. У, жалость, печаль, актерская игра. Трагедия. А, всё, поняла. Сдохни, мразь. И ты сдохни, мразь. Господи, что же я лицом-то падаю, а не перекат делаю, а? Давайте, чуваки, все, до свидания. Тачка загорелась. А чё это по видяхе? Работает. Лучше, а сама легче и меньше. Как будто он на себе ее держит. Так говорит, она меньше и легче. Я так устал ту предыдущую держать. На руках качать. Да. Ну, блин. Бедненький. Ты тролль. Ну, правда же ведь? Ну, нет. Ну, даже. Ну это же все равно круто. Ну, наверное. У него лучше работает видеоашечка. Кому-то нравится гигантомания, кому-то надо наоборот огромную. Чтобы там 5 вентиляторов на ней было. Так это наш хороший. 40-90. Так. Отключай поля, отключай поля. Отключай, отключай. Ну да, они же тяжелые, там надо либо держак. Ой, смотри, опять. Шаунти умерла. Вот ты говорил, да, где они все у нас умрут? Вообще-то нет. Нет? Не-а. У меня есть подставочка под видюху, держак специальный. А у меня ничего нету, потому что 40-70 легче, чем 20-70. Она больше, но легче. Вообще можно туда палочку поставить или на карандаш посадить. Мне надо охладить мое оружие.
Нажать ей. Да, правильно, я тоже так думаю, потому что это надо. Лучше пусть будет дополнительная это защита, так назовем это. Защита? От, да. А от делают видеокарты тяжелых. Отрывание. Кто в меня стреляет? Ты что ли? Ты что ли посмел? Ты что ли там хочешь? Еще чуваки. Совсем попутали, что ли, берега? С кем связываетесь, черти? Совсем дикие. Бедлер 2 в 4К летает, ну так естественно. Кто? Конечно. Кто? RDR 2. RDR 2? Да, в 4К. Кто играет в RDR 2, в это устаревшее говно? Нормальные пацаны в RDR 1 играют. Которая вышла вот-вот-вот на днях. Чем играть старье, если можно играть в новые игры? Так, это наш. А это что тут? Кто нафиг, черт? Там стоишь, спишь, чувак. Хитчет. Иди сюда, писька драная. Не пойдешь, ну ладно. Минус голова. Установи взрыв пакет. Установи взрыв пакет. Кстати, здорово. Где стрим по RDR 1? Будет потом. Как время будет у меня? У меня времени пока нету. Как время будет, так сразу. Я уже установил, попробовал. Мне понравилось. Ты опять, Артём, тише стал говорить. Ну, это не я виноват. Это к компьютеру претензия. Разберусь со своим компьютером. Мне некогда. Некогда. Ой, господи, как ты заорал. Потому что я на максимум выкрутил все. А он автоматически он все сбавляет. Прямо на глазах. Я ставлю на соточку, он сразу на 70. Зачем? Как его заблочить? Я не знаю, где-то автокоррекция какая-то должна быть. Просто как это сделать? Умный должен знать. Как сделать вот это, чтобы ползунок не менялся? Ой, не кричи. Где-то в настройках должна быть автоматическая регулировка какая-то. Он не знает. Просто ничего не знает. Мне вот не надо, чтобы вот этот ползунок менялся от стола совсем. Чтобы он вот стоял на месте, и все. Он же стоял на месте до этого все это время. Наступила осень, он начал меняться. Ну у тебя ничего не обновлялось. Да я откуда знаю. Постоянно обновляется компьютер. Ну вот что-то, значит, тебе прилетела обнова какая-то, и какая-то настройка слетела где-то. Так я ничего не трогал до этого. Ну это же не важно, трогаешь ты или не трогаешь. Бывают же такие обновы, где ты каждый раз должен перенастраивать все себе. Ну я ничего не трогаю, он самой работает. Стример-бездельник. Ох уж эти стримеры-бездельники, жалко их. Долго еще эта миссия? Да, играем. Давай, это у меня уже по-хорошему надо заканчивать, да и маленькая плачет. Бегите в укрытие, 10 секунд. 5 секунд. Где укрытие? Что, мы не добежали? Самой винде нельзя крутить? Где? В смысле? Это где? А я разве не винде это делаю? Ну сейчас. Ну что ты заплакал? Что, малышка?
only to fail now. Earth is doomed. You're the doomed one, General. Это ты обречен, генерал Вонючка. Do you really think your ragtag band of misfits could stop me? Nobody else is dying here today, except you. You can't kill me. You don't know the truth. The fact is, I am your father. Oh no! Вот так вот, Киллбей твой отец. Нет, я не согласна. Расстреляйте кристаллы. Ой, а я в него стреляю. Нет, надо расстрелять кристаллы. Где кристаллы? Кристалл, кристалл, отнеси меня в портал. Кристаллы, вот эту вот хрень. Нафига их расстреливать? Потому что они дают ему силу? А, понял, принял. Исполняю. Да, жалобно опять хныкает маленький манипулятор. Ох уж эта скаюха. Осуждаем ее, осуждаем. Она вообще наглючая у меня, засранка. Надо ей по жопе веником. Но она еще то, что приболевшая, она пользуется. По-моему, она всегда так вела себя. Нет, сейчас она прям посильнее вредничает. Сейчас она прям днем дает мне жару. Или надо расстрелять кристаллы рядом, чтобы с ним, чтобы его уязвить. А, ну да, да, да. Надо кристаллы на с ним взрывать. Как его только ранить. Либо надо как-то, да, под кристаллы загонять. А я бегаю все раз этого. Да, на миленьках нычет так-то на деле. Но это иногда так вообще. Там аж нервничать начинаешь иногда. А чё нервничать? Не надо нервничать. Бей его, бей! Если, например, хочет пойти пошариться, что-то понюхать. Не в туалет, не куда-то там еще, просто вот нычать, погулять. Или вот там, какой предпоследний раз она такая, типа это... Кису увидела. Бей его, бей, бей. Всё. А, бить его? Ну, дальше, нет, дальше кристаллами. Угу. Короче, киса увидела, и вот ей надо было идти. Кису эту вот, все за кисой нюхать. Азюлька. О, красиво. Давай мы по яйкам. О, есть пробитие. Наводчик контужен. Чуть-чуть его осталось. Не-а. Нет, еще. Он до сих пор сильный. Смелый, ловкий, умелый. За кем он пойдет? Земле нужна свобода! Заебал! О, горит башка. Добивай его. Добивай его, добивай. Посулю ему в жопу. Не залезет, его есть. В очко ему, в очко, в очко! Сними с него штаны. О нет, ты убила Киллбея. Как ты могла?
Ну, как тебе так? Ну все, Земля будет свободна теперь. Плакала-плакала и упала возле меня. А чё, бесполезно. Она еще под таблетками такая, чуть-чуть вялая, но похнычет и ляжет спать. А, блядь, это ж кино вонючее. Ты же не думала, что мы на Марсе будем? Хрен знает, блядь, мы бы там сгорели, наверное. Гангстеры в космосе же. Это концовка, что ли? Это конец игры, да. Хуя себе, прости господи. А что ты хотела? Я думаю, еще миссии будут. Ну, еще будут. Это же не все. Реально дичь. Кто-то курнул знатно. Ну, как бы одна из лучших игр 2011 года. Блядь. Верните мой 2011. Ты все пропустила, самое интересное. Я все пропустила. У нас с тобой. Да, вот игра пройдена. Но там Артем, как говорит, ну еще это, много. Еще часа три. Три. Может быть, пять. Может быть, шесть. Может, десять. Ну ладно, да, 15. Господи, пш. Ну тебе мало, да? Можно еще 20 накинуть. Мне всегда мало, да. Алена Татьяна Баева, Алена Вакутова, Марат Крудуеев, Глеб Краснопеоров, Никита Кузьмичев. Кто есть эти люди? Никита Анишкин, Игорь Говноедов, Алексей Курва, Илья Курва, Павлов. Какого хрена там русские говноеды делали? А, этот же ремастер делали русские говноеды. Че я спрошу? Просто он забыл. А поэтому он такой баганый. Потому что русские касались этого говна. Ольга Поскребушкинова. Короче, вот этих людей, кто в списке есть, можно нахуй сразу костер сжигать. Да-да-да. Александр Бондаревич. А можно прям пропустить? Марина Боброва. Екатерина Барабанова. Чтобы они умерли и сидеть их туда же. Ой, я 40-го уровня. Здравствуйте, дарк человеки. Аво! Надувной куклы. Кирилл Тимонин. Скибиди. Детолет хорошо, не надо тут гнать на скибиди. Есть марсоход у нас. Так, давай скипай это все говно. Авторитет, 35 уровень. Господи, ты что такой маленький-то, а? Ох, я сорок. Сейчас она сама качается. Скибиди туалеты, скибиди бам-бам-бам, скибиди ес-ес-ес. Каюха, спать! Да нет, надо сходить. Спать, Каюха. Надо сходить. Мы можем пройти последнюю миссию повторно. А надо. У нас еще какие-то 4 миссии? Yeah. Или нет? Какие 4 миссии? Или а, у нас 3 миссии. 3 миссии. 3 миссии. Урон от падения снижается. Ой, все, все, Масечка, все. Все, мама сохраняется. Я поняла тебя, девонька моя. Я тебя поняла. Да, все. 94% у меня. О, это много. О, это много. Давай тоже сохраняйся. И будем поки-поки всем говорить. А у меня 99%. 99. Ну ты потому что все собрала, я не собирала. У меня еще не собрано до жопы. Давай, пили меня, ну хоть не писька пиздит. Все, ребятушки, выйдите в главное меню. Пошла я маленькую свою крошку гулять. Все, встретимся с вами завтра. Всем чмоки-чмоки во все щеки. Ау! До встречи на просторах интернета. Пока-пока. Ой, маленький мой. Ой, маленький мой. Так, все, Тёмочка, я побежала. Угу. Завтра спишемся. Хорошо. Все, давай. Ага, давай, пока-пока.
Так. Боже. Слишком много зомби-армии. Зомби-армии 4. Рагнарёк, сезон пас 3, сезон пас 2. А первый он бесплатный, да? Back for Blood. Простите, что-то пошло не так. Ошибка соединения с сетью. Не так с сетью. Я, кстати, во время игры писал то, что медленное соединение. Вот и на то, чтобы все скачать. Со сетью. Шин Мегами Тенсей 5. Это хорошая игра, кстати. Так, ну что, Saints Row прошли. Другим способом. Выполнить задание. 38. Осталось 3 дополнения пройти и все. Saints Row пройден. За сеть такая у Фанет, все нормально с ней. Фа.нет. Лучшая сеть на планете Земля. Добавить пройдено. Ура! Ура! Микрофоном делать, почему он стал менять звук, раньше же такого не было. Понял. Или понял, как тяжело жить в России, ёб твою мать, блять, все тормозит нахуй. Как-то вроде хвалят ее, а она не работает. В смысле, не работает. Все прекрасно работает. Лучшее, говорю же, лучшее. На планете Земля. А вот, блядь, вот это нахуй Россия и... Я не работаю это в России. Сука. Пытаюсь открыть YouTube, он нихуя не открывается. Говно тупое. Причем не YouTube. Блять, как тяжело нахуй. Можно открыть эту хуйню ебаную, пожалуйста, блять. О, хуй я должен, блять, ждать. Я не понимаю. Блять, как будто нахуй каменный век, ёба твою мать. Так что, через что ты там, ты его открываешь? YouTube? После через что? Через, как всегда, через оперу. Какая разница, что я его открываю? Замедление у всех одинаковое. Я пытаюсь творческую студию открыть на ютубе. Больно, я прям чувствую боль физическую. Ау, вау, побав. Вот это нахер, вот сюда, бля. Блокировать. С микрофоном, блядь, еще делать. Он это, блядь, делает. Почему он себе это позволяет? Ты, блядь, себе позволяешь нахуй уменьшать мне громкость, тварь ёбаная.
А? Яра-яра. О, неужели открылась? Ёб твою мать. Пока я тут ругался, он открылся. Так, вот это удалить, вот это удалить. Угу. Это удалить, вот это удалить. Удалить навсегда нахер. Тут почему нельзя это сделать? А, потому что я тут это сделал. Обрезать. Так вот. Найс. У меня YouTube через Chrome норм работает. Вон стрим 1080 без лагов даже. Больше часа записи это с отгрузками, но если меньше, то норм. Дальше ты будешь во что играть? На Dark Human пойдем. В этот зомби нации.